Друзья, мир всем, доброго здоровья всем. Всем, наверное, известно, на Алтае на эти выходные был страшный ураган. Ну, как страшный, там где-то до 33 метров в секунду доходило. Говорят, это уже относится к ураганному ветру. Вот. Значит, ездил как раз в город, мы ездили там с семьей, и там все там ломалось, там, ну, видели много чего, деревья поваленные по дороге. В общем, было очень опасно. Вот. А потом, когда приехал сюда, и увидел, что у нас тут тоже этот ветер тестировал наши постройки. И вот что у нас тут произошло. Ну, как бы в это. Мой забор тест не прошел на такой ураганный ветер, потому что я его сам варил. Сейчас вот, ну, будем исправлять это дело. Вызывать уже специалистов настоящих. Вот. Но что-то года, наверное, 2 или 3-то он простоял у меня все равно. Вот, поэтому. Ну тут. Забор, большая парусность и, по всей видимости, в это просто вот, видишь, ну тут сварка смешная, тут что-то раз, два, три, короче, что-то я тут мучился, я не мог серьезно сам сделать. Плюс вот еще саморезики тонкие, конечно, я их сейчас это заменю. Вот, ну где-то у меня вот тут даже одну прожильную поломало, вот и все. Так у меня хорошо, что все вот это вот секции, они все, вот видишь, вот она раз, отдельная секция раскрутилась тут. Я потом это установлю обратно и все. Ну, сейчас вот. Вот, а здесь вот, кстати, вот эта вот укосина, она мне помогла, смотри. То есть надо мне еще какие-то укосины сделать. Получается, у нас весь полисадник как один. Ну, да, и здесь вот тоже вот, подтреснуло, поэтому все это, значит, будем. Она даже немножко как бы как погнулась, что ли, не поймешь. Вот. Ну, короче, будем сейчас восстанавливать, заниматься восстановлением. Ну, кто здесь? Елочка моя, ну. Стоит беленькая. Так, а где тут? Муртинская елочка. Ну, так, в общем и целом, как бы ничего страшного. Вот сейчас все это, я говорю, заделаем. Просто у людей на самом деле в городе там вообще страшно. Деревья на машины падали. То есть на машину в смятку или там крышу сорвало. Даже кого-то убило, жертвы есть. Вот, там люди погибли. Так что вот это все, слава богу, собственно. Ну, что, доделаем, сделаем. Небольшое такое происшествие, дополнительная работа. Поэтому я как раз сварщика вызывал мне тут. Ну, там, сейчас навес буду варить. Просто работенка добавилась. Поэтому так, делайте все, значит, крепко. Потому что вот здесь живем сколько лет, да, там 9 лет живем. И это не было такого сильного. Были всякие ветра, тоже сильные были. Но как-то вот прям вот такого прям не было. И он дул оттуда, и поэтому вот... Мышь сломала. Так что все, всем усилий, как говорится, в это делать все крепко. Давайте с Богом.